Здравствуйте, дамы, господа, леди, джентльмены. Сегодня мы с вами. Сегодня решил реабилитироваться. Я должен реабилитироваться. Он, я, кстати, так и не научился. Управлять героями. Ладно. Я так и не учился, короче, быстро клавишами их перебирать, но суть толк я понял. Ладно, сегодня мы сыграем по-особенному. Самое главное, не сдохнуть с самого начала. Спасибо. Спасибо, что не сдох. Это самое важное. О, спасибо, спасибо, спасибо. В прошлый раз я только учился, поэтому так коряво вышло. Я думаю, в этот раз получше выйдет. Я, по крайней мере, надеюсь, что лучше выйдет. Ну, кто же, кто знает, как будет на самом деле, правда? Твой дух вернулся в тело. Никто же не знает. Никто за меня не сыграет. Ну, хотя я тут занимал уже топ-3, что ли. Так что я... Одну стратегию я умею играть. Одной. К сожалению, только одной. Но не более. Кажется, все собирают определенную стратегию. Кто-то гоблинов, кто-то еще кого-то. Вот видите, я собираю вот этих ребят. Я не помню, кто они у меня. Но, в общем, они, когда все вместе работают, у них скорость атаки увеличивается. И всего 4 героя. Вот видите, у нас тут ничего нет, но мне нужно что-то брать. И я, наверное, возьму все-таки. Блядь, синий нельзя брать. Ладно, я ничего возьму. Я всегда хотел посмотреть, что будет, если... Что будет, если набрать героев, которые хилятся. Я еще никогда не пробовал и ни разу не видел, чтобы кто-то так брал. Чтобы собирали хилящиеся. В общем, я набираю вот этих троллей, потому что они скорость так увеличивают. Вот. Такие вот дела. Красотка, когда начала хилиться вовремя. Тоже я думаю, ее всру. Хреново, что сейчас будет раунд уже с монстриками. О, видишь, доктор у нас. Отлично. И шаман, и батрай, сука, все есть. Блин, а для боя нам нужен танк. У меня нет танк. Поэтому я, скорее всего, всру этот раунд сейчас. Вот видите, я уже троих из четырех собрал. Скорее всего, я сейчас отгребу по полной. У меня нет танка. У меня все на реген. У меня бы танка какого-нибудь. Который будет танковать всю эту глюматью. Ну, эти пацаны сейчас быстро отгребут. Ладно, ну ничего страшного. Еще многие копят голду, чтобы набирать лустрик или винстрик. Акс, кинг, снайпер. Ну вот мне придется акса брать. У меня нет выбора. Блять, или копить, сливать. Даже не знаю. Давайте разкрутанем тренд. Помните, Бэтрайдер. Деревья не очень-то. Давайте сюда засунем. На следующем раунде батрайдера апнем. Я, кстати, опять вступил, все медленно делал. Но это лучше, чем... Так, давай. Танкую, братишка. Ой, ебать, он сейчас сдохнет. Ему ничто не помогло. Моих пацанов разносит, конечно, как не знаю что. Но, ну ладно. Посмотрим, что будет потом. Сейчас-то, в принципе, пофиг, можно сливать.
Еще один батрайдер. Че, никто батрайдеров не собирает, что ли? Меня не укротить! Так, ладно. Вот у нас батрайдер улучшенный теперь. 11 секунд. Это сделаем получше и начнем. А, козу. Коза у нас кто? Друид, бист. Это тоже друид. Два друида. Can upgrade a druid. Два друида улучшают друида. Это прикольно. Еще бы они написали, что именно они там улучшают у друида. Бля, дерево вообще просто никакущее. У меня просто нет керри, который бы урон наносил, поэтому так выходит. Да, да, так, так и будет продолжаться, пока у меня не появится какой-нибудь керри. А он у меня не появится довольно-таки долго, наверное. Бэтрайдер, Шадо Шаман. О, шамана сейчас апнем. Мой дух вернул меня не укротить. Давайте шамана апнем. Ведомый своим духовным проводником, я несу послание смерти своим врагам. Угу. Несите, сэр, несите. Ну, сейчас, скорее всего, мы тоже отгребем. Я не буду апать, чтобы голды нафармить побольше. Там бонус за лустрик пока дают. Что я не ожидал, что они выиграют. Алло, алло, где находится? Блять, он на втором месте был, прикиньте. Он специально проиграл, что ли? Трогать или не трогать? Ладно, давайте крутанем разок. Видишь, доктор. Бэтрайдер, о, Бэтрайдер есть. Абадон. Лорд дома Аверно. Все отлично. Давайте Абадона уставляем. Абадона все даем. Так, Бэтрайдера попозже апнем. Но ведь у нас победа была, и поэтому лустрика уже не будет. Это хреново на самом деле, что его не будет. Ну, эти пацаны начали тащить. Абадон появился и... Ну, хули, у меня два героя апнутых. Ого, у нас есть винстрик из двух побед. Видите, начали потихоньку исправляться. Это уже хорошо. Игра пошла. Клокер, Сарас, Ларк, Антимаг. Ничего хорошего нет. Бэтрайдер еще один. Возьмем Бэтрайдера. Блин, все хреново на самом деле, ничего не падает. Скорее всего, мы сейчас это всрём. Ну, оставим Бэтрайдера второго, что еще делать? Больше ничего не остается. Так. И ничего, конечно, можно уже тоже отправлять на покой. Винстрик бонус у меня небольшой должен быть. Два Бэтрайдера второго уровня что-то могут створить интересно. Ну, кстати, мы, кажется, выиграем эту катку. Теперь нам нужен Абадон. Абадон очень... Ой, Абадон. Ай, я ступил. Нам не нужен Абадон. Нам нужен некто лучше Абадона. Нам нужен этот тролль. Неизвестно, когда у нас, конечно, появится этот тролль. Мансер, сларгаровка. Ничего хорошего этого нет. Тираблей, Виш Доктор. Тираблей, да что ли взять? Ладно, Виш Доктора берем. Ну, остальное оставляем, фармим дальше.
Ничего, к сожалению, не изменилось. Ждем дальше. Ладно, давайте посмотрим, что там у других есть. Здесь Акс. Здесь чувак что-то смешанное собирает. Здесь тоже. Луну. Вот луну можно было бы. Луну собираю. Давайте, пацаны, добивайте хоть одного. О, регин здоровья. Отлично. Хорошо. Тут затащили. Неплохо, как видите, апнутыми героями хорошо тащится. Тини тренд. Давайте разочек крутанем. Шаду шаман. Мой дух вернулся в тело. Верим, верим. Ладно. Так, хп регенерацию даем нашему топу. Пусть он там регенится как может. А, Magic Resistant to Target. Интересно. Интересно, интересно. Даже не знаю, кому сунуть, честно говоря. Ладно, давайте дадим Бутрайдеру. Интересно, Бадонна будет пробивать. А, тут только сзади бьют. Говорят, что луна первого уровня приносит больше не пользы, чем пользу, скажем так. Это правда, типа она бьет у него, его скилл прыгает по героям, и герои от каждого удара получают больше маны. Видите, я поднимаюсь. Но это не факт, игруха такая странная штука. Мой дух вернулся в тело. Разочек тыкнем. Тинеразерпак, Тераблейд. Тераблейда можно было собирать, потому что уже очень много, но пока не буду трогать. Шадоу Шаман у нас. Бэтрайдер. Нам два Бэтрайдера надо. Это у нас будет третий. Что третий будет, кстати? Дополнительный урон плюс 100. Земля передвижения 7. Неплохо. Нужно два Бэтрайдера. И два вещдоктора. Этих, кстати, уже много здесь. Абадон быстро скончался, но остальные быстро сдохнут после смерти Абадона. Абадон. У меня, кстати, керри нету. Нету керри, поэтому сейчас две дровки сзади еще разметелили. Он пробирал. Ви. На третьем месте. Видите, он типа апает уровень, поэтому у него так уходит. А у меня до сих пор керри нет никакого. О, Шадо Шаман. Хорошо. О, Бадон, хорошо. Разучим. Блин. СФ что ли взять? Собирать СФ по керри или нет? Ладно, я возьму СФ. Вот так сделаем. Луна, конечно, лучше, но что поделаешь, я буду вечно ждать луну, что ли? Давай, СФ. СФ, кстати, хорошо напиливает. Нашпиливает. И Абадон мой форм танкует. Неплохо, неплохо. Видите, победа. Покупка СФ была хорошей. Хорошим вложением. Вон СФ, Клокверк, Слонар, Дровка. СФ, крутим. Кто у нас тут есть? Хорошо. Этого сюда. Этого сюда. 5 секунд. Ну, посмотрим, что выйдет. У этого ничего, надеюсь, у нас нету. Посмотрим, что выйдет. Абадон танкует.
Абадон танкует и отхиливается. Неплохо. Видите, у меня до сих пор керри нет. Мисеф умер. Чем Мисеф сдох? Или нормально же все было. Опана. Еще даже не проиграли. Держись, братан, давай. Бать, я думал, я проиграл ту катку, они вытащили. Видите, какие молодцы. Неожиданная победа, честно говоря. О, тролль. Так, самое главное не теряться. Ведомый своим духовным проводником, я не... Тролль. Вот так вот. Идеально. Теперь у меня собраны все 4 героя этой фракции, и у меня все пацаны бьют очень быстро. Блять, они все тролля бьют один раз. Никто не бьет того, кто регенис. Че, ни одного что ли не завалим? Ни одного, реально, ни одного. О, одного убили, слава богу. Да хоть одного. Это неплохо. Блин, если что, мне придется продавать СФов. Разочек крутанем. Ничего не выпало, и хер с ним. Может быть, улучшить? Вот это. Так. Нормально. Я получал стелся 28 голды. Просто там наяривает его. Вообще без шансов. Вообще просто ноль шансов. Ну, хреновенько так, конечно. Очень хреновенько. Какой седьмой получу сейчас? Или мне придется апать? Блэйд снайпер. Уходим. Скунча, хунча. Понял. Так, вот этого мне, скорее всего, сюда поставить придется. Это вот сюда. Давайте так попробуем. Тролль урона больше всех уносит. Че, бадон до второй? А щиток другой? Ну, посмотрим. Тут тоже Абадон. Так, мой Абадон умирает. Блядь, что урона вообще ноль просто. О, этого здесь щит собран. Конечно, ему не пробить. Странно. А Абадон, что у него? Блин, не посмотри, что на Абадоне. Ну вот, кажется, я начал насасывать. То, что я люблю делать обычно. Ну, потому что героев нормальных не приходит, вот и приходится насасывать. Он друид. Мимо, умник, мимо. Алхимик. О, два алхимика. Алхимик это хорошо. Так, если это у меня алхимик, значит я его вставляю. Так вот. Так. 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 Сделаем вот так. Ой, прошу прощения.
толпища, конечно, выносит. Мои вообще не справляются. Мой дух вернулся в тело. Мой дух вернулся в тело. А тела в мой дух нет. Блин, Bounty Hunter, конечно, очень жестко. Вообще без шансов. Буха там сзади у всех вырезает. Понасобирали гоблинов. А мои керри вообще никого не пробивают, хоть со скоростью. Ладно. Я верю в чудеса. Мы сможем. Не совсем улетели. О, тролль. Вместо такого мне тролля. Вот вместо кого? Мне каждого чуть-чуть не хватает. Ладно. Не вместо кого. Никого не пробили, у меня такого не было уже давно. Нет, мы шмотки. Да. Одним словом, пиздец. Другим, по-другому это все не назовешь. Так, ладно, давайте мы... Кого поставить? Этого сюда поставим. Так долго думал, на самом деле. Тролль. Виндрейнджер. Ладно, никого нет. Тут осталось просто... Пацаны начали тащить, что ли, или что? Что случилось? О, боже. Нет, я ошибся, мои пацаны не начали тащить. Мои пацаны проиграли, как всегда. Но я не удивлен, почему бы нет. Посмотрим, что второй тролль умеет делать. О, пошло дело. Называется, тролль получил второй уровень, да? Сосать, ёпта. Чё, думал, все время тащить будешь? Поживем еще. Видите, тролль получает второй уровень, и сразу игра пошла. Гораздо проще.
Так. Ну давайте. Там еще дерутся, что ли? Батл. Конец. Кто-то закончил. Так, Драгонай. Люкан Акс Шаман. О, шаманчик у нас. Мой дух отлично. Вернулся в тело. Ведомый своим духовным проводником, я несу послание смерти своим врагам. Теперь у меня шаман третьего уровня. Прекрасно. Абадону бы еще. Ну, пока непонятно, конечно, что происходит, но происходит что-то хорошее, видимо. Все стало гораздо проще. Компьютер Мандора. Мандора нас ниже меня. Не так уж все и хорошо, значит. Хорошо, когда мы выйдем кого-то, кто выше нас. SEO Beast Batrider. О, Batrider. Отлично. Вот так и Batrider можно получить какого-нибудь новенького. Tide Hunter. Че, взять его? Взять, не взять? А, давайте Tide Hunter возьмем. Видишь, доктор до сих пор второй. Че, медуза здесь что ли есть? Или мне показалось. С некром должно быть полегче. Так это с двумя у меня что? Ничего. Ой, лайфстил. А, лайфстил работает со всеми, кстати. Ну, видали, как мне нормально сегодня. С этими тоже лучше. Опа-на. Так, это я уже знаю, кому засуну. Дровка нет. Все, снайпер. Еще разок. Ясно. Так, этого мы засунем ему. А это ему. Нормально. Вообще, типа лича, говорят, собирать, а не Тайдхантера. Но я его взял, мало ли там кто заберет еще. Поэтому, пожалуй, я не буду Тайдхантера трогать. А ульта медуза сделал очень много. Халь, жалко, что я сейчас отличу, блин. Очень жалко. Очень жалко. Я еще не готов отлетать. Но мне придется, походу, сейчас ва-банк идти. Сейчас я, походу, все деньги валью не в героев, а в вап уровне. Некор второй тролль. Получаем 9-й. Некр. Тролль. Некр, конечно.
очей твоих. Так, мне нужен это. И сюда я поставлю вот сюда. Не, я лучше или подальше поставлю. Вот так, подальше лучше поставлю. Ничего не осталось, потому что если сейчас меня вынесут. Меня вынесут. В любом случае. Мне пришлось так делать. Теперь надеяться на Тайдхантера, что он успеет ультануть. Давай, Тайдхантер, ультуй. Ультуй, блядь. Тайдхантер не успел ультануть. Блядь. Это неплохо, в принципе. Всем спасибо, всем до свидания. Но мы держались до последнего. Ну, страта хорошая, кстати, была. Я даже собрал отхил. Я был близок. Ладно, всем спасибо, всем до свидания. Эта катка гораздо лучше, чем прошлое. Пока-пока.